А за что они? Как они будут защищаться? Как они будут Я, конечно, преступников понимаю, ловить? да, вы их учите, но вы понимаете, вы их избиваете. Это нарушение статьи. Давайте-ка ваши Какой статьи? документики, пожалуйста. Какой статьи? Я ВДВшник бездействующий. А сейчас я задействовался. Ну давай выскочим с тобой по базарам, что ты? Со мной не стоит. Не понял. Давайте-ка документики, пожалуйста, ваши гражданин. Я могу вас сейчас всех уработать и все, понимаешь? Я ВДВшник. Ай, бля. Все, я ладно, сейчас дам. Все. Все, все, ладно. Давайте, я ожидаю. Сейчас. Так, ладно, все. Давайте вы успокойтесь. Ладно, будем все, по какой причине розыск? Мы не имеем права разглашать эту информацию. Значит, у вас нет доказательств. Вы напоминаете человеку в розыске. Давайте мы пройдем в участок и пробьем вас по базе. Ебать, сейчас я тебя так пробью двоечку. На нахуй. Ну, сука. Ай, блядь. Давайте вы не будете агрессировать. Я понял, я сейчас встану. Успокойтесь, пожалуйста. Я сейчас встану. Я встану сейчас. Встаем. Я встаю. Встаем. Успокойтесь. Ай, блядь. Уберите оружие. Так, я не понял, блядь. Уважаемый, вы зачем руки этот поднимаете? Мы сейчас вас тут посадим в тюрьму за нападение на сотрудника при исполнении. Так что давайте вы уберете оружие. Уберите оружие. Успокоимся. И теперь скажите. Спокойно, не кричите. Спокойно, расскажите. Ну, какие вопросы, пожалуйста? Так ёбаный, блин. Так, уважаемый, вы будете сейчас арестованы за то, что применяете... Не надо. В смысле, я не все, надо, я вы стреляете. Я нечаянно, блин. Да я нечаянно, блин.